В Астане завершился 6-й международный фестиваль военных оркестров. Он посвящен 25-летию образования органов внутренних дел страны. Свое музыкальное мастерство лучшие военные оркестры Казахстана, России и Китая показывали астанчанам и гостям города в течение 3 дней. В этом году, как и в прошлом, главный приз – кубок главнокомандующего Нацгвардии Казахстана – получил военный оркестр регионального командования ШГС. Также в четверке лучших – представители региональных командований ОНТУС, БАТАС и музыканты Института Нацгвардии. Принимают участие все военные оркестры нашей республики, нашей страны. Это не только Национальная гвардия, Министерство обороны, пограничные войска и, значит, президентский оркестр. И вот действительно исполнение вот этих наших хороших военной музыки, она в первую очередь служит именно патриотическому воспитанию наших граждан, нашей страны, а также участие международных оркестров именно России и Китая говорит о том, что дружба и взаимосотрудничество наших государств расширяется не только в военной сфере, но и, скажем так, в искусстве.